Таможенный рентген показал, что скрыто в чемодане из Дубая. Девушка, которая прилетела рейсом из Эмиратов в аэропорт Пулково, не стала тратить время на заполнение таможенной декларации. Поэтому сразу отправилась вместе с багажом по зеленому коридору. Но техника заприметила в недрах чемодана характерные очертания коробок, в которых лежало что-то металлическое. А наметанный глаз таможенников сразу увидел в схематичной картинке на мониторе украшения. Оказалось, еще какие. Часы и браслет всемирно известных ювелирных домов из золота 750-й пробы с бриллиантами. Еще один браслет красовался на запястье туристки. Коробка от него лежала в чемодане. А в ней золотая отвертка, которой только и можно расстегнуть украшением. Поскольку изделия из драгоценных металлов включены в перечень стратегически важных товаров, барышне может грозить уголовная ответственность за контрабанду в крупном размере. По заключению экспертизы, рыночная стоимость перемещаемых гражданкой украшений составила более 3 миллионов рублей. По данному факту Пулковской таможней проводится проверка.